Итак, удочка распаковала ее из упаковки в видео с пауэрбанками, но решил, что я ее сниму отдельно, потому что там были сетевые пауэрбанки, а удочка как-то туда не смотрелась. Я почему-то думал, что я ее заказал на Алиэкспрессе, и действительно я ее искал на Алиэкспрессе, но в итоге увидел ее по такой же цене на Gearbest'е, плюс применил поинты на Gearbest'е, и цена вышла там на $5-7 дешевле. Вот, коробка у нас такая разлезшаяся. И почему я купил такую удочку? У меня была удочка в виде ручки, небольшая, открывалась, она вот такая, где-то метр, наверное, была. И мне она очень нравилась, потому что как-то, ну, она маленькая, компактная, быстро разбирается, катушечка, там все было вместе. Вот, и она реально была прикольная, и за счет того, что она недалеко залетала в реку, и именно забрасывалась как раз в конце камышей, и удобно было ловить рыбу. То есть, и один раз я помню, что мы с женой ловили, и мне даже надоело ловить, потому что я только закидывал, 2-3 рыбёхи сразу на нее цеплялись. И я помню, мы там, ну, очень много рыбы наловили, и я уже, я еще тогда курил, я даже не успевал покурить, потому что нужно было достать. Я уже под конец плюнул, забрасывал, жена доставала и так далее. И потом эту удочку я, ну, мне удочка нравилась, и не было такого ни разу, ни одной рыбалки, чтоб я на нее что-то не впоймал. Родственник попросил удочку, я ему ее дал, и, ну, так и с концами. Поэтому купил себе вот такую вот новую, решил уже ту же не брать, такую же, а взять вот такую вот. Ну, что мне сразу не нравится? Сразу не нравится, что вот это вот не крепится никак, и оно выезжает. И, то есть, ее достал, и она сразу выехала. То есть, нужно для нее какой-то чехол, мешочек или еще что-нибудь, чтобы она не телепалась, потому что вот это вот погнется, отломается и так далее. Ну, у меня есть сумка, в принципе, можно ее хранить в сумке, но какое-то крепление для вот этих вот штук нужно придумать, потому что его в комплекте не было. И смотрим, вот здесь у нас какой-то логотип, я его сдирать пока не буду. Какая-то вот... А, это леска уже с специальным такой штучкой для того, чтобы можно было ее вытягивать. И, а ну, да, вот, чтобы она сюда не улетела назад. То есть берем, а как же, ага, просто кнопочкой. Взяли с кнопочкой, открыли. Судя по комментариям, удочка довольно-таки неплохая. Бывает, у некоторых я смотрел, там были отзывы, что кольца, вот эти вот кольца отцеплялись, но они отцепляются практически у всех удочек, что у меня были, и мне их приходится приклеивать. Вот, ну, удочка вполне таки прикольная. Гуангвей. Интересно, зачем вот этот курок? Ну, это я не знаю. Потом... Ага, так тянется курок, все, перестала тянуться леска. То есть, сейчас покажу. При нажатом курке мы ее не можем вытянуть. Так, сейчас. Вот, нажали курок, и леска не тянется. Тянется, ну так, очень-очень трудно. Бросаем курок, и сразу она потянулась. То есть, для того, чтобы леска не разматывалась. Ну, и интересно мне еще посмотреть, что у нас вот здесь, как оно выглядит здесь. Будем аккуратными, чтобы не рассыпать, потому что я подозреваю, что я потом могу не собрать. Так, вот так это выглядит. Так, немного надо отпустить леску. Вот. Такой. Там она под этой крышкой, леска. Ну, в принципе, такая нетривиальная система, ничего особенного. Вот, давайте обратно закрутим. Так. Ага, смотрите, друзья, если мы ее затянули резко, то есть если рыба резко дернула, она блокируется, и нам нужно для того, чтобы она обратно разматывалась, нажать на вот этот курок, то есть ослабить. Вот, получается, рыба резко дергает, курок фиксируется, то есть и не дает рыбе уплыть, я так понимаю. Вот, и...
но затягивается отлично. В общем, надо пробовать, как это удобно, неудобно. Вот эта вот нижняя часть не открывается, да? Или открывается? Что-то там внутри есть. Давайте посмотрим, как ее открыть. Итак, разобрался. В начале видео я говорил, что очень плохо, что нету колпачка, и он, может, потерялся. Здесь колпачка нету, она просто была... Сейчас я его сложу и покажу. То есть она была просто не сложена правильно. Вот, судя по инструкции китайской, все, что я мог понять, она вот так как-то фиксируется вот этой штукой. То есть... Мы ее фиксируем, ну, судя по картинке, так, какая она это здесь, вот, то есть мы фиксируем ее на эту штуку, на эту резинку, вот, можно вот так сделать, наверное, вот так, и вот так, вот, она зафиксировалась, теперь ничто не болтается, единственное, что нужно, наверное, ее было вот подальше сделать, вот так, вот. И вот такая вот штука. Плюс еще фишка, которую я заметил, что она тут болтается, не болтается. Мы нажимаем, вот так вытягиваем, и вытягивается еще приклад. Для каких целей он вытягивается, я не знаю. То есть, вот, фиксируется. То есть, о, чуть по пальцам не дал. Вот, на вот такое вот расстояние. То есть, ну, наверное, для удобства, я не знаю, удобство, неудобство. В общем, зачем оно это сделано, я не знаю. Если вы знаете, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Мне очень интересно, потому что здесь инструкция на китайском, и я в своих удочках я не сталкивался с такой, с таким прикладом, поэтому как-то так. Пока удочка мне очень нравится, и уже при первых испытаниях запрет снимут, и выберусь с кем-нибудь на рыбалку, и первые испытания обязательно сниму на камеру и выложу, и вообще поймаю я на нее что-то или нет. Но в целом мне вообще в основном удочка очень нравится, очень прикольная, стильная, материал такой неплохой, и все вроде сделано качественно, то есть, ну, пока не придраться к ней. Ага, вот курок упирается в, если затянуть, упирается здесь, не дает ей болтаться. Вот, ну, как-то так. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!